Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина лес выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал. Учителю я пришел. Можно я... Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. Решил, что все добычи его, ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Олька чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Не везет мне. Вечно вожатый черти куда направляют. Женька! Эх, уже учителю экзамен сдает. Эх, от хозяина ушел. От смерти. Не будет. Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай. Hit!
И он наказан. Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет. Ага, вы тут будете бегать и кричать. Ваши родители наказали. А может, вообще застыть сразу и дадим? Да как ты? У нас там все ребята полегли. До последнего. Да хлятины какой-то несет, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ссыте, мямли. Еще раз скажешь, такой лоптал. Артём, нам пацанов... Что это за движение сейчас было? Вот, по дереву. Ладно, замяли. Вы пионеры облажались. Теперь придется напасть на их поезд, а не ждать, пока они здесь окажутся. Ёлки, небось. Ну, проверить надо. Защищаться! Нападение лучше способ защиты. Что-то не видно ничего пока. Что такое было? Чего-то я не помню, чтобы учитель? Учитель говорил, читать надо. Вот же наши книги и вычитали. Что такое? Тут же было что-то. А мы не знаем. Учитель пишет, если говорить, не взял, не надо теперь поверить. Сначала судить надо, а мы судом. Ха! Ничего другого мармата не ждали. И его сами справились. И когда второго словил, сразу в столбу приколоть. Нет, это тут ничего. Ну так и шел бы трудиться, а тут просто время даром теряешь. Я свою смену отстоял. У меня свободные время. Я не хочу с вами тратить. Свободное время для отдыха, а ты вот как подрываешься. А крепче скоро. А тебе какое дело? Да мне-то никакого. Только ты хоть вовсе голос потеряй, она ни слова не скажет. Чего это? Вам даже переговорить. Thank you.
Чужак, замри! Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силен. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. До дамбы можно добраться только на лодке, а они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алёшей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи! Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. А я задумалась тут. Учитель нас что, для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться — одно дело. Но нападать — никуда не денутся. Успокоиться. Пираты. Мальчишки, что с них взять?